ловим птичек на экране. Вот сюда, давай, сюда. Там птичка. Вообще неинтересно уже ему. Ну, Гумик, ну подожди. Ну тут же интересно. Гумусь, там интересно. Ой, как интересно. Это мальчик, вот, который сейчас вот внимательно. Это девочка. Вот она уже поймала себе птичку. Кизюли! Китюли! Китюли! Ой, там птички на экране. Интересно. Батюшки, как интересно. Этот Гумик у меня красивый. Гумик, покажи мордочку. Мордочку. Гумик. 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 Кс-кс-кс-кс. Ай, нет, там интереснее. Вот они. Ой. Воробушки, воробушки. Хватай, скажи, хватай. Вообще-то не знаешь, что такое воробушки. Мама как-то притащила с улицы, поймала, принесла им. И они тут его разорвали вообще в мелкие дребезги, этого воробушка. Подожди, подожди ты, я тебя снимаю. Куда собралась? Да подожди ты. О, Гумик, щель на воробушку. Вот такая кисья у меня есть красивая. Оп-оп-оп-оп. Ну, она как она, вот он. Это просто какое-то замечательное явление. Покажи, ну покажи мордаху. Ну покажи мордаху. Не хочет. Он такой сеснючий. Кс-кс-кс. Гумик, Гумик, Гумик. Вот день, Гумик. Гумик, Гумик. А почему его Гумик зовут? Потому что от гуманоид. Он какой-то инопланетянский кот. Вот она убегает. А он вот сидит. Ой. Интересы какие. Такие у меня котики есть тут.